58 лет безупречной работы, от несовершенных печатных станков до современного полиграфического оборудования. Сотрудники Мирнинской типографии на днях отметили профессиональный праздник. За эти годы предприятие создало собственный бренд на рынке полиграфических услуг. Сегодня здесь печатают не только всем известные мирнинские рабочие, но и календари, книги и фотоальбомы. Продукция, выпускаемая в этих стенах, сегодня есть в офисе, пожалуй, каждой организации. С днем печатника работников пришло поздравить немало гостей. Многие из них – представители предприятий, постоянных партнеров типографии. С этого года организация работает под руководством медиагруппы «Сетим», одной из крупнейших медиаструктур республики. И сотрудники надеются, что это даст новый виток развития. Мы планируем выпускать фотоальбомы, повторить романтику «Алмазного края», юбилейные книги. На следующий год будет 70-летие находки первого алмаза. Я думаю, что мы что-нибудь красивое сделаем обязательно.